Георгий Мусихин, художник, можно сказать, местная знаменитость в селе Павловск. Пожалуй, только единицы не заказывали у него портрет. А вообще, говорит, рисует все, что радует глаз. Алтайские пейзажи и натюрморты. Во-первых, это удовольствие получаешь, когда рисуешь. Удовольствие – это же эмоции. Они как-то это поддерживают. Родился Георгий Прохорович в селе Павловск. Еще в детстве родители разглядели в ребенке талант, когда тот рисовал плакаты в школу. Вот и решили отправить сына в художественное училище, в Ташкент. Скажите, пожалуйста, вот вы помните вот свои первые краски, вот когда вот вы их купили, вот этот вот запах? Первые краски, когда поступил в художественное училище, потому что во время войны ни красок, ничего не было. Только там нам дали краски. Это в 1947 году, когда я поступил. Там я узнал, как краска. А больше я их никогда не видел. Палочки какие тут. Ничего же не было. После окончания училища молодой художник пошел работать в ташкентскую школу учителем ИЗО и черчения. Через 3 года вернулся на родину к семье. В Павловске его позвали в Дом культуры, был заведующим художественной мастерской, оформлял музей в Змеиногорске. Удивительно, но вдохновляет художника музыкальное творчество. Каждый вечер по веселой песне на баяне и образ новой картины уже на холсте. Правда, пока инструмент расстроен, ждут мастера. Студенческие годы-то там всегда это... И на вечерах я играл, и в компаниях, вот и по свадьбам приходилось. Георгий Прохорович поддерживает свое здоровье. Утро начинает зарядки, а вечером скандинавская ходьба. Обязательно по 25 минут. Потом тренировки по технологии Бубновского, чтобы спина не болела за холстом. Так вот, вот так вот подтягиваешься, спина, это, позвоночник растягивается, и так вот не лечит таким образом. Если просто на турнике подтягивать, то очень тяжело. По данным ученых, именно люди творческих профессий – музыканты, художники и артисты – живут дольше всех. У них активнее работают гены, отвечающие за иммунитет. Поэтому неудивительно, что секрет долголетия Георгия Прохоровича скрывается в его увлечении живописью. Главное – двигаться больше. Двигаться и каким-то полезным делом заниматься. Неважно каким – рисованием, музыкой, пением, ходьбой, спортом. Любым делом, то, что нравится. Обязательно то, что нравится. Елизавета Конева, Сергей Балуев. Новости.